Недавно выполнили работу по заливке бетонной подготовки под наш фундамент. Завтра мы уже покроем мастикой его, закупорим, чтобы влага из подготовки не выходила. И послезавтра закатаем один слой кровельного гидроизоляционного материала. И послезавтра, во второй половине, приступим к сбору палубки для устройства подушки. Если обратить внимание, то на палубке подготовки мы видим пленки. Это сделано для того, чтобы кнопку молоко не уходило в песок, подушку песчаную, и подготовка наша набрала необходимую прочность.